что, что-то нарушил, да? Сильно взял. А у вас есть доказательства? С видеорегистратора и записи? А вы... Нагрудные камеры что? А как это? Вы стояли, это вот, фиксировали правонарушение? Так занимал, и буду постоянно это работать. Ну, так ему надо было предупреждать, может, надо было ездить, патрулировать, а не стоять просто как старые гаишники, прятаться в кустах. А мы в кустах не стояли. Ну, вы стояли на перекрестке. Я вам что, напишу заявление, да, потом, чтобы вы напарника ставили административный протокол. Вчерашнего дня. А чему вы не я просто не пойму. То есть у вас есть фото, видео, фиксация? Так, у нас есть видео, фиксация. Ну, давайте знакомимся, согласно 268 статьи. Да. Есть запись на нарудного видеорегистратора. Ну, я его печатать не буду для того, чтобы вам показывать. У меня есть видеодоказы. Я. Я вас понимаю. Вы меня, ну это же как-то должно быть зафиксировано. Я вам хочу, чтобы оно зафиксировано, я вас обманывать не буду. Врет. Я бы даже сказал, пиздит. Я же должен на это посмотреть. Может я и не нарушал. И смотрите, я хочу что-то сказать. Еще ехал впереди грузовик, который двигался меньше 30 км в час скоростью. У вас есть зафиксировано? Я не с вами спілкуюсь. Я просто вам рассказываю. Нет, мы до этого еще дойдем. Мы еще дойдем. Розгляд справы, 268 статья, 251 докази. Просто постепенно, я сейчас чуть приду в себя, честно, с утра с дороги, с учебашки. Вибачайте. Що? Вибачайте, зйомка. Нету, да? Ну, буває, так. Ні, воно є, але там дуже по-любому. Погано. Все іменно було, як ви говорите. Так. Все було іменно так. Щасливої дороги вам. Все найкраще.